степях Алтая в нынешнем году появилось много новых полевых станов. За два года здесь освоят около 2,5 миллионов гектаров целинных и залежных земель. Из разных концов страны на Алтай прибыли тысячи молодых механизаторов. Комсомолец Анатолий Котов приехал сюда из Псковской области. Он держит первенство в молодежной тракторной бригаде. Успешно провели весенние полевые работы механизаторы Локтевской МТС. Алтайская земля засевается чистосортными отборными семенами. Весной этого года на Алтае вспахано и засеяно 650 тысяч гектаров новых земель.